Аварузавр является довольно большим квадрабипедальным динозавром, который мог передвигаться как на всех четырех, так и только на задних конечностях. Населял джунгли и болота острова Черепа. По внешним признакам он может быть потомком спинозавра, только меньше в размерах. Это видно по поднятым позвонкам, оканчивающихся шипами, образующие своего рода небольшой парус на спине. А также аварузавр имел крупный коготь на каждой передней лапе, с помощью которого насаживал рыбу. В отличие от мезозойских хищников, у него было не по 3, а по 5 пальцев на передних конечностях, и коготь располагался на среднем пальце кисти. Аварузавр является оппортунистически всеядным существом, которое с радостью съест почти все, что ему попадется, от падали до живой добычи, от грибов до гнилых фруктов. Обладая очень сильной пищеварительной кислотой в желудке, аварузавр может переварить почти все, что есть съедобного на острове, и жадно загрузить свой желудок. А после потребления пищи скрывается в глубоких джунглях, чтобы поспать и переварить проглоченное. Является одиночным животным. Аварузавр стремится искать более легкую цель, выбирая падаль, а не живую добычу. Если аварузавр столкнется с врагом, то будет использовать свою силу и мощные челюсти, чтобы защитить себя. Почему произошло увеличение пальцев, уменьшение паруса и размеров, а также переход на всеядность, остается неизвестным. Латинское название – аварузавр популятор. Тип животного – рептилия архозавр. Рацион – всеядный. Длина от 5,5 до 8 метров. Рост – от 3 до 5 метров. Вес – от 1 до 1,5 тонны. Место обитания – джунгли и болота острова Черепа. Ты. Да, я не ошибся. Именно ты. Человек, который запустил данное видео. На моем канале ты сможешь увидеть самое лучшее видео не только про динозавров, но еще и связанное с научной фантастикой. И подписавшись на канал, ты никогда об этом не пожалеешь. С тобой был Дарт Сидиус. Всего тебе хорошего и удачи!